Геннадий Григорьевич, ну, контрольный матч с «Факелом» вы провели. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об этом матче. Ну что, спарринг прошел такой добротный, достаточно хорошего уровня. Но немножко погода нам помешала проявить все качества, как со стороны, наверное, и вашей команды, со стороны и нашей команды. Но здесь другое рассматривалось. Вот характер. Команды были как бы равные, я считаю, что, наверное, и еще результат такой закономерный. Вот, поэтому хорошая команда и Воронеж. Вот, поэтому желаю вам удачи, вот, и всего хорошего в вашей зоне. До чемпионата несколько дней остается. И сегодня встречались, в принципе, два претендента на повышение в классе по итогам следующего сезона, правильно? Как считаете, готовы? Вы готов ли «Факел»? Ну, я думаю, что, наверное, еще не все в таких кондициях, которые подвести команды к общему знаменателю. Я думаю, что еще кто-то у вас на просмотре, кто-то только взяли, и наши ребята еще готовятся, и еще не полностью укомплектованы. Вот. Но костяк команды есть и у вас, костяк есть команда у нас, поэтому я думаю, что в процессе, в начале чемпионата, это через игры все наберут все и будут показывать достойный футбол, который будет претендовать на выход. Повышение. Сегодня у вас в атаке присутствовали два форварда, которые в прошлом сезоне защищали цвета Воронежского клуба. Что, какие впечатления от них? Нравится ли вам их игра? Ну, эти ребята, они мне нравились не только сейчас. Я их наблюдал, я этих знал, и Свистунова, и Амбоскина. Вот, это ребята, которые хорошего, как бы, такого уровня футболисты. Вот, а самое главное, они стремятся играть и работать, и играть выше классом и лигой другой. Вот, поэтому мы их пригласили и хотим, чтобы они нам помогли для определенных целей, задач. Поэтому я доволен их работой и их мастерством. Спасибо большое.